Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Вот под этим роликом мне задали вопрос, а есть ли спрос на рынке на монету призм? В предыдущих роликах я уже показывала, что на канале Пара Индикатор ведется статистика не только о том, сколько активируется новых кошельков в блокчейне и сколько кошельков ежедневно ставят в холд период, но и о том, что есть статистика по биржам. Вот, например, данные за истекшую неделю с 23 по 29 января 2023 года. Помимо обменников P2P, на сегодня монета призм торгуется еще и на 5 биржах, на которых на сегодня находится 82,5 миллиона монет. Большая часть монет принадлежит самим биржам и трейдерам, которые торгуют монетой в целях наживы на курсе. Простые же пользователи монеты обычно покупают и продают пар, не дожидаясь падения или роста курса. Вывели с кошельков, обменяли фиат и вывели на личные нужды. Или купили по той цене, какая есть, чтобы быстрее вывести на свои кошельки и поставить эти кошельки в холд. Они понимают, что в холде они быстрее и больше нагенерируют монет, чем будут ждать неделю, чтобы купить дешевле. Упустить неделю холда значит потерять время, то есть на целую неделю увеличить время холда. Итак, вы видите, что за неделю на все биржи с разных кошельков было выведено 4 миллиона 629 тысяч монет, а с бирж на разные кошельки уже было забрано 8 миллионов 230 тысяч монет. Если взять статистику за предыдущую неделю, то мы видим, что картина была еще более интересная. На бирже поступило почти 10 миллионов монет, а выведено 16 миллионов 800 тысяч. То есть за две недели с бирж забрали более 10 миллионов монет. И всего на биржах уже осталось 82,5 миллионов монет. Это не так уже и много, если брать результат за последние две недели. Но видим, что спрос на монету растет, а если растет спрос, то предложения уменьшаются в той же геометрической проекции. Все цифры на этом канале взяты с блокчейна, который прозрачен для любого пользователя. Сейчас вы видите адрес кошелька биржи Rudex. Копируем его. Заходим в свои закладки и выбираем Prism Wallet VIP. Выбираем русский, войти и вставляем адрес кошелька Rudex. Войти. Вот этот адрес. И мы видим, что на балансе на этой бирже 48 801 820 монет. Также мы видим все транзакции, совершенные за последнее время. Отправлено, 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 получено, отправлено. Что доказывает, что статистика в пароиндикаторе верная. Ссылки на канал Пароиндикатор и мою группу ВК будут под роликом в описании. Подписывайтесь на группу и на канал и следите за информацией самостоятельно. Делайте свои выводы. Жду ваши комментарии под роликом и не забудьте поставить лайк за информацию. Это все, что я хотела вам рассказать в этом видео. Всем удачи! С вами была Валентина Синема 2.